цепляете, он начинает уходить по ходу и избегает. Вы его все время начинаете подхватывать. Только не бегать бесконечно, чтобы мы опять... Наоборот, ко мне. Вы его взяли, опа. Просто где-то берете, нагружаете. Одна, другая, третья. Все время вот у него ощущение, он начинает ловить. Не нужно бросать ее чересчур, вот вы просто достаточно мощный бросок идет, свободно идет выброс, то есть вы пошли, опять же сейчас аккуратно смотрите, раз, два, туда же, да. Здесь же ушли, встали, рычаг есть, через рычаг, опа, нанесли удар мощный, опять же колено здесь, может наносить, здесь есть, выносите отсюда, тоже можно. Различные варианты. Еще раз. Вошли, сняли. Здесь есть колено. И навстречу друг другу. Все сметаете. Уходит. Даже забор есть, уже выполнен. Сюда. Принцип опять. Бьете. Сместили забор. Встречаете. Потом на медленную работу опять же переходите. Раз, два, три, четыре. Держи руками, палку, держи, держи. Уходите вот куда. Перенаправление в руку. То есть вы пошли, сразу, опа, вот туда ушли. Свободно. Ушли. Здесь есть, опять нога, она может зацепить. Какая разница? Что нога, что рука. Принцип, опять же, дистанция. Вот это, ага. Идете тоже сам, опа, ушли ногой, сняли, как рукой. Отсюда сразу, сняли, опа. Хотя бы простейший выпад. Разорвать, можно кувырок продолжить. Здесь пошли, оп. Видите, его выносит. То есть идете уже навстречу. Еще раз медленно. Пошли, бьете. И еще. Принцип. Раз, два, три, четыре. В этом положении уже понятно, что делать. Ваша задача, вы можете уходить, как варианты тоже различные. Плюсы использования момента. Смотрите, вот есть варианты. В этом же, вот вы выставили. Можно выбивать коленом, можно выбивать сюда. И здесь уже перенаправление. Есть отсюда, есть опять же через рычаг, когда вы можете еще его и руку сбить. Терпи. Что с ножом, ноги вот ждут момента укола. Идет укол, ждут, потом начинает закрываться. Можно заранее использовать, то есть вы пошли, вы можете уходить сами. Уже работать на ноги. Здесь же, в этом же, да, вы закрываетесь, но вы еще и срабатываете в этом варианте. Здесь идет забор, можно через рычаг, можно просто удары делать. Можно через эту подтягивать его, через рычаг подтягиваете, отдаете. Либо уже отсюда же через рычаги бьете. То есть здесь натянули, отпуская, наносите удар. Опять же, идет укол, не обязательно быть вот в роли жертвы находиться. Вы пошли, вы смещаетесь, и вот здесь же можно вставать, опять же, убивать, здесь наносить. Удар, либо через рычаги, опять же, можно хватать, держать, упреждать. Есть нога, можно ногу использовать тоже. Плюс еще и палка, которая держит ее. Держит хорошо.
самое, нога может снимать. Здесь вы его вывели, рычаг идет, плюс сюда может подбив. Либо вы опять же, я сюда, делайте скользящий. Хоп, и туда натягивайте. Можно и болевой, и там на кисть сделать. Есть какой вариант? Вот опять же, та же расслабленность, нестандартное поведение. Вот вроде бы далеко, да, идет замах, еще раз. Идет, и вы можете вот он куда определять, на конец палки работать. Идет один удар, тут же проворачивайтесь, идет второй удар. То есть вот именно вот этот вариант. Опять же, смотрите, вы кидаетесь, вы можете кинуться туда, и здесь уже сработает. На саму ногу вытащить ее. Тут опять доработать. Уже ища какие-то другие там моменты, либо через рычаги, либо здесь уже перекрывая ему ноги. Это вы смотрите как. Тут, видите, тут бесполезно ее. Как можно ближе к рукам, вы можете сами уже при этом смещаться. Руки, они как дополнение, они могут и здесь, вот есть вариант, то есть вот такие короткие прихваты. Сюда-сюда. Потом здесь раз есть этот перехват чуть-чуть, конец идет сразу же сюда. Уже идет упреждение. Чуть-чуть побольше сразу. Опять же, короткий может, отсюда может идти удар. Вы уже используете. Здесь уже локтевой сгиб есть, можно подтягивать. То есть ищите. Теперь снимаете, направляете это. Все, отсюда можно вытаскивать, выносить, либо как она есть. Опять же, через рычаг его подсунуть можно. И уже сюда. Но это немножко время. Тем более, если вот дистанция вот такая. Ну да. И здесь вы катитесь время. Поэтому вот то, что давал Олег, когда мы на одну руку. Вы идете, вы сразу опа, на руку. И прихватываете. И здесь уже идет укол. Первый способ. Тут же вы начинаете использовать нож свой. Либо вы просто подрезаете. Причем забирайте уже потом. Чем хорош острый нож, он сразу не надо говорить, чтобы отпускал. Ну да. Вы ушли, здесь забрали. И опять же уже можно использовать. Опять идет укол, ушли, идет забор и использование палки как рычага. Дальше идет здесь удар, либо свободно, мягко ищите, как варианты, просто смотрите, сбивание, рычаг, подрезание. Укол, ушли, простые варианты тоже, вот, как есть здесь. Можно тянуться за палкой, можно смотреть, можно просто палку убрать в сторону. Он падает. То есть используйте, палка показывает всегда рычаг. Ушли, забор. Здесь посмотрели, можно опять же ножом прихватить уже, все. Здесь навстречу. Ушли, идет сюда перебор. Палка тоже работает как рычаг. Все. Вот он держит, смотрите, отсюда может опять же. То есть медленная работа вам позволяет сейчас отследить, что и как вы делаете. Сюда пошли, есть здесь, смотрите, видите рычаг. И вы опять же с подрезанием начинаете делать вот рычагом. И подрезание можете пойти на вариант броска. Ушли, оп, воткнули. Здесь перебор, палка и рычаг. Опять же, забрали, сюда навстречу выводите, через палку. Подрезание, забор.